С вами снова «Меж двух папоротников», и я Зак Гальфианакис. Сегодня с нами Питер Динклэдж. Спасибо, что согласились прийти. Пит Р. Динклэдж, «Трон. Игра тронов». Динклэдж. Это что, такая болезнь? Кажется, по-немецки это фон Динклаге, но... Почему вы не взяли псевдоним? Если бы мне сказали, начинай актерскую карьеру с именем Питер Динклэдж, как раз думаю о других вариантах. У меня вот псевдоним. А настоящее имя? Меня зовут Чет Пердыщ. Так себе имечко. На Disney Channel есть парнишка. Чет Пердыщ. Кажется, в «Волшебниках» из Вэверли Плейс. Однофамилец. Я поэтому взял псевдоним. Вы были в «Людях X». А знаете, кто мой любимый мутант? Кейтлин Дженнер. И это, кстати, не оскорбительная шутка. Я на полном серьезе думаю, что она снималась в «Людях X». Вы были в «Альфе», да? Эльфе. Нет, в смысле, вы были в костюме «Альфа». А можно вопросик? И прошу смотреть на меня, потому что вопрос очень прочувствованный, и эти чувства видно на лице. Расскажите про вашу работу в «Пикселях». Трудная была эта работа? Эй, она схватила мои яйца! Так, все снято! Кэрол, хватай и беги! Хватаем, что можем! Вы что творите? Что ж вы, черти, устроили? Это же мои яйца! Мои славные яички! Вы супер в трех билбордах!